Домашний интернет от New Lime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. На выборах губернатора Подмосковья в Люберцах заработают 164 избирательные комиссии. 9 сентября свой голос можно будет отдать почти на 70 участках. Причем не только по адресу прописки, но и по месту пребывания. Об этом сообщил председатель местной территориальной избирательной комиссии Борис Новиков. О том, где можно будет проголосовать в Люберцах 9 сентября, расскажут мои коллеги. Чтобы получить возможность сделать выбор, находясь в командировке, отпуске или просто проголосовать где удобно, нужно подать соответствующее заявление в избирательную комиссию округа, которая расположена в администрации. Жителей там ждут в будни с 16 до 20.00, выходные дни с 10 до 2 часов дня. При себе нужно иметь паспорт. Также такое заявление можно подать в городских МФЦ и через портал госуслуг. Уже с 29 августа по 5 сентября такое заявление можно подать в любой участковой избирательной комиссии, в любой из 164 наших комиссий городского округа Люберцы. А уже, значит, с 6 по 8 сентября, 8 сентября до 14.00, такое заявление можно подать именно там, где вы всегда голосуете, где вы внесены в список избирателей, соответственно, дадут вам спецталон. Кроме того, с 1 августа в Люберцах стартовал поквартирный обход избирателей. Члены комиссии рассказывают жителям об участках и информируют о проведении выборов губернатора. Все представители ТИКа имеют при себе удостоверение. Цель вот этого поквартирного обхода, во-первых, уточнить проживание наших избирателей, сверить там со списком избирателей, посмотреть, все ли избиратели готовы проголосовать, прийти на избирательный участок. Может быть, у кого-то проблемы со здоровьем, они могут подать заявление о голосовании на дому. Адреса всех 67 участков для голосования можно узнать на сайте Люберецкой администрации в разделе «Территориальной избирательной комиссии». Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.